Что происходит с душой после смерти? Когда человек уходит с этого мира, а что дальше? На самом деле нужно сначала понять, что такое душа и что такое тело. Это как сосуд и то, что мы положим внутри сосуда. Тело – это только сосуд. Душа – это самое главное у человека. Давайте возьмем, например, стакан воды. Что мне нужно? Мне нужно воду, которая находится внутри стакана. Стакан – это только инструмент, это только сосуд. А если нет воды, какой смысл? Также у нас душа – это есть сущность человека, наши чувства, наше понимание, любовь, радости, желание, удовольствие. Это есть душа. Кто это все чувствует? Душа чувствует. Тело – это только оболочка, чтобы душа уже могла все эти чувства в этом мире связать с ежедневной жизнью. Да, мы можем творить добро, соблюдать заповеди благодаря телу в том числе, но это только инструмент, только сосуд. А душа, она вечна, она никуда не уходит. Наши чувства никуда не могли уходить, наше понимание, они остаются вечно. И душа вечно получает награду за все добрые дела, которые сделали в этом мире. Когда человек здесь жил правильную жизнь, он там получает за это награду, подъем выше и выше. Не только его дела, дела его близких. Когда дети продолжают заниматься этим делом, когда уроки, которые человек оставил в этом мире, они помогают другим людям жить правильно. Это дает еще больше и больше подъем души. И душа там наслаждается, получает огромное удовольствие от близости к Богу, от света, который там озаряет и дает ему удовольствие. Поэтому душа никуда не уходит. Наоборот, она все время поднимается выше и выше. Так же, как в этом мире, мы все время стремимся к лучшему, к большему. Так же душа хочет всегда больше и больше. Зависит от дел в этом мире, чтобы потом уже получить награду в грядущем мире. Поэтому, да, главное для каждого из нас, это на самом деле его душа, что он чувствует, чем он радуется. И это остается навсегда. Душа никуда не уходит. Она будет вечно получать награду за все добрые дела, которые мы делаем здесь. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.